такие разные мультфильмы. Одни интересны и понятны даже детям, другие – артхаус, рассчитанный на искушенного зрителя. Но большинство работ достигли главной цели, говорят участники фестиваля. Смогли удивить и заставить задуматься. Выбирать лучшие фильмы членам жюри было непросто. Ну, в жюри были разные люди, да, представители разного возраста, разных возрастов, разных профессий. Все очень разные и пытались честно выбирать то, что кому нравится. Это всегда субъективно. Для меня не принципиально какой это жанр. Мне хочется, чтобы это было талантливо сделанное кино, чтобы оно удивляло, восхищало. Отдельные работы стали без привлечения открытием. Специальный приз фестиваля получил фильм Кирилла Хачатурова «Голый». Дипломная работа режиссера уже отмечена наградами престижных международных фестивалей анимации. Сюжет необычен. Фотограф неожиданно получил способности супергероя, но этому совсем не рад. Я похож на радостного? Ну, не очень. Ты похож на сумасшедшего. Кирилл Хачатуров пришел в анимацию недавно, учился игровой режиссуре, но для диплома неожиданно для всех решил снять мультфильм. Своего героя автор хотел сделать не придуманным, а максимально реальным и человечным по своей сути. Он хочет просто жить спокойно. Ему как бы супергеройские поступки не очень интересны совсем. То есть это, возможно, так скажем, дискуссия с Марвелом и со всей супергероикой, которую мы сейчас видим. Ну, то есть, то, что ты должен менять мир, то, что ты должен что-то там сделать быстро, а может быть, нет. Гран-при фестиваля получил известный режиссер Андрей Хржановский. Над картиной «Нос» или «Заговор не таких» он работал 7 лет. Фильм посвящен людям искусства, которые опередили свое время. Боролись за право творить ценой благополучия и даже жизни. Фильм уже отмечен высокими наградами. Он попал в список претендентов на премию «Оскар». Этот вот «Нос» или «Заговор не таких», конечно, это, в общем-то, шедевр. И люди, я видел, выходили из зала совершенно потрясенные. Вот это взрослое кино. Причем, ну, наверное, больше для подготовленного зрителя, который начитан, который имеет культурный бэкграунд исторический. То есть это категория фильмов, которые развивают вкус у зрителя. Лучший мультфильм выбирали не только жюри, но и зрители. Итоги голосования подведут 23 марта в Московском кинотеатре «Космос». Победитель получит приз зрительских симпатий. Татьяна Гордеева, Стас Трегубов, «Губерния 33».